Ну вот, смотрите, снова та же площадка, снова мой гараж и моя Нива. Знаете, вот недавно, когда на Байкал ездил, решил пивка в машине попить. Ну и ножиком открывал, пивная пробка вот так вот об потолок ударилась. И вот туда воздуховод, вот туда упала. В какой конкретно, я не знаю. Ну, я сомневаюсь, что там множество трубок, да, воздуховодных, которые подводят. В общем, она там сейчас брякает. Указка, я пытался с магнитом ее достать, но у меня указка там сама застряла, не получилось. Изготовил я вот такой вот шнурок. Вот такой вот шнурок, поводок стальной и магнит. Так вот, оп, очень хорошо все получается. Я вот сейчас даже и не знаю, потому что там же везде металл все-таки. Блин. Получится, не получится нам достать эту. Ну, я думаю, что, наверное, нет. Не получится у нас ничего. Ага, прям вообще далеко упало. Самый низ. Ага. Рыбалка не удалась. Ну-ка, с этой стороны. Ну, должно получиться. Я просто боюсь, как бы пробка туда в лопасти вентилятора не попала. Вот тогда будет бряканье-то вообще веселое. Ну, в общем, я тут порыбачу. Как только пробку достану или не достану, я вам обязательно сообщу. Ну, в общем, где-то минут, наверное, 15 я порыбачил. Нифига не получается. Где-то, видать, хорошо она там вниз. Вниз эта пробка упала. Я даже и не знаю. Вот так вот подолбить. Вроде она не брякает. На хорошей скорости брякает. Ну, давайте вот последний раз. Я вот все-таки думаю, что с левой стороны. Где-то вот здесь вот она. С правой, кстати, удочка очень хорошо опускается. А вот с левой, вот так вот надо подергивать, немного похуже. Ну, все-таки, чтобы вот так вот ее, чтобы она под тяжестью опустилась. Вот видите, вот видите, сейчас хорошо ушла. Ну давай, вот она вот сейчас вот на самом дне. Вот всякое я дергаю. Если бы она внизу была, она бы уже зацепилась. Ну, видите, нету нифига. В общем, мужики, ну, естественно, торпеды, панель я снимать не буду, мне что, делать нечего, что ли. И если у кого-то есть какие-то мысли по данному поводу, вы мне, пожалуйста, подскажите. По-любому кто-нибудь в такую ситуацию попадал. Ну, не обязательно пробка, там, гайка, ключ, все что угодно могло попасть. И вообще, вот эта пробка, у нее шанс есть вообще в лопасти печки попасть, вентилятор? Или нет? А может быть, сама выпадет со временем. Ну, сила тяжести ее в любом случае вниз притянет. Машина будет ездить, да, где-то ее будет ее трясти, может и сама выпадет. Короче, посоветуйте, что делать. А может быть, вообще ничего не делать. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Ладно, всем удачи, всем пока. И заранее спасибо.